Тяжело ему здесь будет отступать. Резолюшн пошел через верх. И, возможно, это ошибка. Глимс есть у Дисраптора. Это First Blood. FY встревает, дает стан по троим. И неужели уйдет отсюда? Нет, нет, нет. Да, Ши Йоку забирает ФБ. Какое же подключение хорошее от Йоку. First Blood. Ты серьезно? Да боже ты мой. Эмпайр почему-то не реагирует. Они не уверены, что пошел. Блоквер залетает. Госкиптер. Герокоптер по КБ ворвался один всех. Айтесайс спасает деньги, но ненадолго. Герокоптер разбирает SSI, CSF раскастовывает. Тем временем Шейкер поднимает Вул, или он сам себя поднимает Вул, отблинковывается. Вивер, огромные проблемы, Вивер умирает, не может юзать сыр. А Егис забрал у нас SF, SF ресается. Виверу нужно байбекаться, возвращаться в драку. SF ресается, и да, возможно, я погорячился, потому что здесь разбирают SF в секунду. Вивера также забирают, собирают всех, кроме Леона. Леон, то есть они видели, что вокруг одни герои Эмпайра, если их найдут, то это конец, но рискнули. И возвращают Эсепа с Аегисом. Можно пытаться его убивать. Его пытаются убить, его убивают. И теперь второй раз. Визаж падает. Пошел кулдаун. Супер. Должны забрать второй раз. Забирают второй раз, несмотря на Аегис. Эфай забирает резолюшн. Даблкил делает резолюшн. И в итоге это получает весь рассказ. Зачем-то нажимает замечательный спел. Это по названием Госкиптер. Викед Сик. Алоха. СФ раскастовывается. Вивер тем временем забирает Алоху. В БКБ Герокоптер. Есть бабочка. Очень-очень хорошо с бабочкой. Чувствует супер на развороте. Минус Герокоптер. Вивер тем временем забирает, и остается здесь Шейкер. Шейкер забирает Вивер и Герокоптер. Но кажется, Хаус здесь сейчас нафармит себе что-то. Попытку убить фамильяров. Сажает одного фамильяра. Вивер ультует. Сайлент до конца гейминг, но очень много минус армора. От пауков идет дальше. Сайленту нужно отстрелить этих пучков. Вайпер идет на перерез. Дает меку. Пицца не успевает сесть. Хау понимает, что зря он погнался. Очень долго разбирается с крипами, и это транс. И Вивер заходит сбоку. Шейкер ультует. В СФ и СФ очень жестко забирают. Нужно байбекаться. Байбекается СФ, возвращается. БКБ Герокоптер. Вивер пытается зарезать Дисраптора. И кажется, у него это получится. Тем временем падает у нас также Клокверк. Дисраптор успевает прожать ультимейт. И это очень жестко. Вивера забирают. У Вивера нету байбека. Да, в итоге Алоха все-таки порешал. Как же долго Вивер его убивал. Просто бил, бил и не добил. Супер, после байбека. Есть ли гем? Гем должны были подобрать с Хау. Да, подобрали гем с Хау. Супер, без байбека. Включает БКБ, съедает сыр. Пытается бить Гирыча, но у Гирыча слишком много урона, слишком много хп. Попытка зафокусить Сайлента. Нет, нет. И супер, разваливается. Минус 5, это good game. Good game. Нет, это даже не трентов, а деревьев из 61. И Empire в смоках. Смоках ищут и находят FY. Есть ли Glimps? Есть Glimps. FY пытается убежать. Glimps дотягивается до FY. Пеньков вызывает Ренс. Вен дает стан. FY. Ну, по-моему, очень удачная позиция. Шенкин копает по всем. First Blood. Отвлек отличные топоры. Резолюшн закидывает по всем. Айс заставляют отступать на нем. Два, не три яда может умереть. Айс, Always Wanna Fly. Убивают. И Айс выживает практически без хп. Блочит пеньками. Хау убегает в леса. И в итоге минус Йоку. Фенрир втанковал. Супер дает дротик. Кажется, здесь Вичи Гейминг, несмотря на то, что First Blood они отдали, слишком много могут поиметь. Есть топорики, но не кидает их резолюшн. На развороте резолюшна, погоня. Могут сейчас замедлить begins. Дротиком. Будет очень неприятно. Да, замедляют дротиком. Йоку уже здесь. Ну и что, резоль? Отпустит его или нет? У Йоку фулл мана. Йоку может очень неприятный стан ответить. Хау, посмотри, куда идет. Хау в своем репертуаре. No comments, просто no comments, что творит Хау. Но Йоку все-таки забирают и идут дальше. Боже ты мой. 2-4 на первый минут продается на базе. Должен лететь обратно через 10 секунд. И они пошли пушить, что самое интересное. Против Санкинга. Ну, против Санкинга есть вариант, если ты его спалишь. У Дизраптора ульта 5 секунд, и поэтому сейчас, по-моему, шанс для Империи дать сдачу. Закрывают Лансера. Лансеру больно. Лансера свапает FY. FY получает стан, но это немножко не та цель, на мой взгляд. В итоге FY выпивает стики, еще живет, его бьют некрочи, мана заканчивается, красный некр гонится и забирают в итоге винту. Однако минус арома, минус фейн прыгает вперед, свер, нажимают ультимейт от Йоку и разваливают у нас Чена, ультят клопы шикарный.
Топорики без мастера, Клопа запрыгивает дальше, минус Йоку. Остается у нас Хау, у которого нет маны, за ним бежит без мастер. Должен добивать Свен, минусует Queen of Pain, тем временем в другом конце этой драки. И Хао. Хао получает топоры. Это Team Vibe, Empire. Есть момчик. Алоха получает Сайленс. Получает скрип. Клопа получает стан, байбэк от Лансера. Клопа! Буквально здесь вообще Свен ее уничтожает очень-очень быстро. Да и даун со Свена. Да, падает Свен, но это только минус. Аегис выкупает с Клопа. Попытка зафокусить Йоку. У Йоку нету маны. Свена начинают бить. БКБ. Телепорта нету. В итоге Йоку у нас очень медленно, но все же умирает. Бестмастер уходит с блинка. Глиммер кейт на Фенрира. Фенрир закрывает. Минус курьер Рейдиантов. Что творят имперцы здесь? Ну, по-моему, слишком далеко они зашли. Да, и насливались. Хотя развели на два байбека. Да, развели на два байбека. Слаб, тут же Хекс. Начинают бить Сайлента. Сайлент выходит из Хекса. Начинают бить. Очень больный побег. Могу. Зарубил. Вингу зарубил. Сайлент. Рубит дальше, Хау, нет, живой. Получает ультимейт бестмастера, минус Хау. Фенрир, Фенрир отправляется в таверну, нет его. Его спасают на несколько долей секунды. Queen of Pain, ISIS поднимает воздух. Покажите мне этих парней. Нет, они максимально сосредоточены. Хао. Хао до конца гейминг. Забирает резолюшн, но резолюшн-то с Аегисом. Супер, остается уже после байбека. Супер. Уходят, но за ним Резолюшн минус и Good Game. Empire становится чемпионами пятого сезона Dota 2 Champions лиги, одолев NiP, Burden United и Vici Gaming в очной борьбе. Но правда с NiP'ами они так и не пересеклись в этой...